Здравствуйте. На прошедшей неделе в Украине разгорелся достаточно нешуточный скандал, который был связан с количеством избирателей в государственном реестре избирателей, которые опубликовала Центральная избирательная комиссия. Дело в том, что в стране стартовали выборы президента, соответственно, необходимо проверить, сколько людей будет голосовать. Итак, на сайте ЦИК количество избирателей обновляется, верифицируется, но на сегодня, точнее 31 января, там в списках 35 582 тысячи, если не ошибаюсь, человек там с копейками. Многие кандидаты в президенты политических сил сразу заявили о попытках сфальсифицировать выборы, о манипуляциях с количеством, о том, что в Украине столько нет человек. И были даже такие, как господин Гриценко, который подал в суд. Это заставило меня задаться вопросом, сколько же украинцев будет принимать участие в голосовании президента? И сколько украинцев будет выбирать президента? Что ж, давайте разбираться. Итак, первое. А что такое реестр избирателей Украины? И стоит ли обвинять Центральную избирательную комиссию? Я считаю, что нет, потому что тут больше подходит известное, уже ставшее крылатым выражение, которое приписано Оскару Уайльду: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Государственный реестр избирателей, он опирается на другие базы данных государства Украина. И, соответственно, если в других базах данных есть определенное количество вхождений, они отображаются в реестре. С точки зрения законодательства, в выборах может принимать участие каждый совершеннолетний гражданин, то есть тот, кому исполнилось 18 лет. И для иллюстрации этого я просто предлагаю своим зрителям заняться немножко арифметикой. Идем на сайт Укрстата, то есть Государственной службы статистики, смотрим количество человек, которые подают Укрстат. Они подают, что в Украине живет без учета Автономной Республики Крым и оккупированной части Донбасса, то без учета Автономной Республики Крым, прошу прощения, 42 миллиона 216 тысяч человек. Смотрим из них количество людей, которые не достигли 18 лет. Это получается сейчас, минуточку, 7 миллионов 609 тысяч человек, либо же примерно 18%. То есть таким образом, если это все отнять, то получается, что на сайте по расчетам ЦИК количество людей, которые должны принять участие в голосовании, будет составлять порядка 34 миллионов. Но, с другой стороны, если посмотреть на те цифры, которые дает ЦИК, который говорит, что без учета Крыма и оккупированной части Донбасса будет, без учета Крыма будет голосовать менее 33 миллионов, то получается, что Центральная избирательная комиссия еще каким-то образом умудрилась вычистить часть мертвых душ. То есть, поэтому не все так плохо, вопрос в источниках данных. А с источниками данных действительно беда. Потому что последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. А со статистикой, особенно на фоне децентрализации попыток передать учет граждан, например, по месту регистрации на места с дроблением единой базы на множество мелких, происходят проблемы, как, например, мой собственный опыт. Когда, пытаясь зарегистрироваться, я услышал от работников местной власти такую интересную вещь, что, например, в 2017 году данные об изменении количества населения в Киевской области в статистику не подавались. Ну, просто так случилось, что в переходный момент забыли прописать в инструкции. В результате данных нету, но Укрстат каким-то образом данные об изменении числа населения дает. То же самое касается оккупированной части Донбасса и так далее и тому подобное. Поэтому можно сказать, что справедливо выражение Марка Твена, что есть ложь, есть большая ложь, есть государственная статистика. Поэтому, исходя из этого, данные Укрстата все-таки это не то, на что можно опираться. Но это единственное. Теперь же давайте подсчитаем реальное количество людей, которые смогут принять участие в голосовании. Итак, если верить руководству Центризбиркома, то без Крыма и Донбасса это порядка 30 миллионов. Хорошо. Теперь давайте считать, а так ли это и сколько в реальности. В реальности считать будем очень просто. Берем количество людей, выехавших из государства Украины. Для начала возьмем Российскую Федерацию. То есть в Российской Федерации есть несколько категорий граждан, которые выезжают. То есть первая категория граждан – это те, которые получили постоянное либо временное право на жительство, вид на жительство, и, соответственно, легально работают. Таковых накопилось, ну, поскольку они двигаются туда-сюда, то есть приехало 607 тысяч, уехал 351, получилось, что накопилось 291 тысяча
жителей. При этом, если смотреть российскую статистику, там дается в том числе с возрастом половой пирамидой, структура населения примерно соответствует. То есть можно предположить, что такие люди выезжают с семьями. Вторая категория – это те, кто уезжал в первую очередь с Донбасса, ну, с остальной территории Украины, и кого Россия пыталась переманить себе, объявляя беженцами. Но таких, как бы там ни было, как, не полтора, там, не два миллиона, как говорят некоторые российские спикеры, такие даже российская статистика дает данные, что с 15 по 18 год таковых накопилось 894 972 человека. Как бы там ни было много, Россия пытается таким образом заткнуть свои демографические дыры, но да ладно. Это тоже в основном семьи. Третья группа – это участники переселения соотечественников из-за рубежа, участники программы. Они попадают в отдельную графу, потому что когда такие товарищи приезжают, им сразу дают паспорт, то есть они живут как граждане. Этих совсем мало. То есть стать гражданами России за последние 5 лет захотело не более 15 тысяч человек. Но там тоже семьи. И, наконец, трудовые мигранты. В первую очередь нелегальные. Суммарно их в России находится где-то порядка 2 миллионов, это за год. Поскольку работа сезонная, летним пиком, то в принципе весной или осенью, когда сезон только начинается, либо заканчивается, думаю, что таковых будет не более 1,5 миллиона. Таким образом, мы получаем, что суммарно в Российской Федерации находится 1 201 000 человек с семьями. То есть это, если отнять детей, получается 985 тысяч избирателей. И еще 1,5 миллиона зарубежан, то есть в сумме получаем 2 485 000. Учитывая, что жители гордых ЛНР, ДНР и так голосовать не будут, допустим, что таковых в этом количестве примерно 25%, то есть четверть. Их мы отнимаем, и у нас остается 1 864 000 человек, которые могли бы проголосовать, но не проголосуют. Отнимаем от 30 014 000, те цифры, которые дал ЦИК без учета оккупированного Донбасса и Крыма, отнимаем 1 800 000, получаем 28 150 000 человек. Запомнили? Хорошо. Теперь поговорим об украинцах в странах Европейского Союза. Увы, совсем новой статистики нету по количеству украинцев. Есть статистика, я имею в виду общий сборный. Есть статистика сборная по странам, по данным на 1 января 2017 года, 2 года назад. Теоретически ее можно использовать, потому что в качестве нижней границы она подходит. И учитывая, что количество мигрантов в страны ЕС растет, в России немножко падает. Итак, есть таблица на сайте Евростата общая, без Польши, Греции, Кипра и, если не ошибаюсь, Мальты. Те страны не дают детальной информации, там табличка, она состоит по каждой стране из двух частей. С одной стороны дается графа гражданства, с другой стороны место рождения. Очень важная оговорка. Почему? Дело в том, что многие украинцы имеют два паспорта. И в приграничных с Украиной странах количество въехавших мигрантов, получивших право на проживание, то есть легально живущих, которые родились в Украине, оно достаточно большое, а количество по национальности, то есть по паспорту, достаточно маленькое. Например, в Румынии разница достигает 10 раз. В Эстонии, где дается электронное гражданство, где можно спокойно легализоваться, разница достигает 9,5 раз. В Венгрии разница достигает 12 раз. Поэтому в зависимости от страны смотрим либо графу национальность, либо графу место рождения. Итак, суммарно на территории Европейского Союза, без учета, еще раз повторяю, Польши, Греции, Мальты, Кипра и так далее, находится легально, подчеркиваю, легально, 537 тысяч украинцев. По Греции. Греция – это популярное направление для украинских зарубежан. Соответственно, там можно оценить, ну, по масштабам населения примерно как в Португалии. То есть где-то 30, 34-35 тысяч человек. Суммируем. Получаем 572 300 украинцев, которые легально находятся на территории Европейского Союза. Но мы помним, что, например, та же самая Португалия, Италия, частично Испания – это место, куда едут в том числе работать и нелегально. Поэтому можно спокойно добавить еще как минимум 800-900 тысяч, а учитывая, что Германия упростила трудоустройство украинцев, добавить еще сверху, накинуть еще 200, потому что с 1 января система работает, немцам очень нужны рабочие руки, и они как раз-таки достаточно сильно высасывают. Получаем еще 1 000 000. Таким образом, количество потенциальных участников голосования еще уменьшается. То есть отнимаем 1 572 000 человек, и у нас остается 26 578 000. Вуаля! Но мы не учли еще один очень важный фактор, а именно Польшу.
Польская республика достаточно активно привлекает украинцев, и у них есть весьма мощная статистика по количеству наших сограждан, граждан Украины, которые выехали на постоянное место жительства, либо на работу. Итак, что мы имеем? 441 тысяча украинцев платят взносы в пенсионный фонд в Польше. Это те люди, которые работают постоянно на долгосрочных контрактах, поскольку они копят на пенсию. Сомнительно, что они мотаются туда-сюда, они работают постоянно. Вторая группа – украинские студенты. Таковых на прошлый учебный год, поэтому данных пока что нету, 37 683 человека. Тоже достаточно много. Третье – это трудоустройство по заявительному принципу, когда гражданин дает заявку на работу, то есть либо работодатель, и устраивается. По заявительному принципу было трудоустроено 1 446 000 человек в прошлом году. Дальше. Есть еще такая вещь, как сезонные работы. Составляют примерно 1 699 000 человек. Сюда же добавляем нелегальных, около полумиллиона, получаем 2 199 000. Учитывая, что работа сезонная, но разрешение дается, как правило, на 6-9 месяцев, то есть далеко не все будут работать в это время в Польше. Допустим, что будет работать лишь 60% от уровня 2018 года. Получаем, что в Польше на момент президентских выборов будет находиться 1 319 000 человек. Теперь все вместе складываем. 441 тысяч, которые там, плюс 37 тысяч студентов, плюс зарубежчане, и плюс есть еще одна чудесная категория – карта поляка. Примерно 24 тысячи украинцев переселились по карте поляка. Но поскольку переселялись семьями, то есть принимаем тот же самый коэффициент 18%, из них 19 680 примерно от избирателей. Получаем 1 818 тысяч человек. Отнимаем от оставшейся суммы 26 миллионов, получаем 24 760 тысяч человек. Еще раз повторю, 24 760 тысяч. Именно такое количество людей теоретически может пытаться принять участие в выборах президента. На этом у меня все. Видео понравилось, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал.